конечно, до последнего надеялись, что все-таки все закончится хорошо, но когда объявили, для нас было это шоком. Мы буквально не могли осознать, понять, думали, что, не знаю, шутят, что ли. И два дня, наверное, вообще пребывали в таком шоке. Когда сюда домой прилетели, уже вроде бы немного отошли, так сказать. Особенно, когда нас так встретили. Все хорошо и все у нас еще впереди. Успели сделать одну тренировку по олимпийским трассам. Вот, а после обеда уже объявляют и то, что нас не допускают. И, конечно же, вся команда в слезах. Все готовились, особенно парни, мужской состав. Уже в Корее не выступал, не допускали. И здесь напустили. И это, конечно, было, так, ну, было тяжело. Французы поддерживали, казахская сборная была за нас. Китайцы очень сильно поддерживали. Жаль, конечно, то, что не получилось приехать с медалями. У нас они есть герои. Ребята, кто-то из них готовился 4 года к этим соревнованиям, а кто-то и все 8. Ведь прошлая Паралимпиада также была закрыта для наших атлетов. Сейчас решается вопрос о создании международных лиг вместе со странами Азии, со странами ШОС, БРИКС, СНГ. Наши спортивные планы очень тесно сейчас связаны с Республикой Беларусь.